прошлом году эпатажная Ольга Серябкина удивила всех новостью о своей беременности. А сейчас певица вовсю вошла в роль заботливой мамы. Оля не скрывает, что поначалу очень переживала, справится ли с такой ответственностью. Но тут на помощь пришла близкая подруга Кэти Топурия, которая воспитывает двух деток, семилетнюю Оливию и годовалого Адама. Кэти мне дала очень серьезный список всего, что нужно иметь, очень подробный. Мне было с ним очень все понятно, какая кроватка нужна, какая не нужна, какая там, не знаю, вот вплоть до мочалочки для ребенка. Зато саму Ольгу бешеный график преследует не только на работе, но и по ночам. Что касается бессонных ночей, действительно, с момента рождения моего сына у меня, только, наверное, если взять вот мой отдых на Алтае, куда мы ездили без ребенка, а в целом я всегда за ночь просыпаюсь пару раз точно. Но я уже привыкла к этому режиму. Кто бы мог подумать, что такая дерзкая и независимая личность, как Ольга Серябкина, когда-то будет образцово-показательной мамой.